Молодой человек случайно упал в зоопарке на территорию носорога. Хорошо, что он успел сообразить, что лучшим выходом из этой ситуации будет притвориться мертвым. Ему несколько минут пришлось терпеть, пока носорог проявлял к нему интерес и пытался понять, с чем он имеет дело. На видео видно, что мужчину словно соломинку бросает из стороны в сторону от легких и абсолютно безобидных движений животного. Страшно представить, что бы было, если бы носорог почувствовал в нем опасность.